Доброе утро. Доброе утро. Так, меня девчонки будет. Всем доброе утро. Тиня, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Тиня, доброе утро. Сейчас посмотрела 7:20. Так, девчонки, будет. Да. Надо вставать, кормить вас. Нам скучно не бывает, да, Шарлотика? Шарлотке я делю корм на две части и даю еще днем. Ну, как бы обманываю ее, потому что у нее сильный аппетит. Ну, как вы видите. Сейчас буду стричь Тинечку, сейчас сама позавтракаю, поменяю пеленки девчонкам, водичку надо поменять. Разбудили меня. Даже до 8 не дали поспать. Зато не будет жарко нам, да? Мне сейчас нужно уезжать через 1,5 часа. Поэтому я сейчас Тинечке подстригу корпус, а потом уже приеду и подстригу лапки, мордашку. Машинку забыла на зарядку поставить. Сейчас будет смешно, если она отключится. Девчонок люблю стричь коротко, им не жарко, они радуются. Вон Шарлотка вообще вчера так радовалась, когда подстриженная. Давай вернемся и будем равняться. Стой красиво. Молодец, красивая девочка. Переживаешь, да? Переживаешь? Гулять мы сегодня не ходили, потому что я девчонкам еще не одела новые ошейники. Буду одевать сегодня. Они должны начать работать. То есть надо хотя бы сутки, чтобы... девчонки в них побыли. Может, еще сегодня заеду, куплю капельки, посмотрю. Тинечке подстригла полностью корпус. Впереди вот так, где лапки основания. Сейчас осталось вот тут хвостик. Расчешу ее, подровняю. И лапки вечером. Молодец. Тима, найдите. Давай тут подровняем. Куда? Нет. Будешь стричь. Тиня, ты
чего не слушаешься сегодня? В общем, ребят, смотрите, постригла уже полностью корпус. Тинька, покажись. Тиня. Хвостик, корпус и, ну, вечером, естественно, где-то подровняю. А так нам осталось только ножничками подстричь лапки, мордашку, ну, ушки, понятно, побрить. Хотела вам показать, вот этими ножницами я стригу, а вот эти филировочные у меня очень плохие. То есть нужно будет обязательно купить ножницы, но дело в том, что я решила, так как я в этом еще не разбираюсь, я решила сама не покупать. А когда пойду на курсы, я думаю, что мне грумеры подскажут, какие лучше. И вот такими расческами я пользуюсь, когда стригу, то есть равняю. Да, вот так вот. И чик-чик-чик-чик. Вот так. Хотела показать вам новиночки наши. Смотрите, пришли вот такие обалденные сарафаны, натуральные ткани. Очень классные. Разные размерчики. От эсочек до элечек. Очень мне нравится. На родинчике шарлотка оставлю. А потом еще хотела показать вот такие спортивные костюмы Happy. Для девочек, для мальчиков подходят, животики открытые. Ну, это уже так на осень. А вот такие пыльники для девочек, для мальчиков. От клещей классная защита. На лето прям тонюсенькие вообще. Это комбинезончики и футболочки есть. Тоже очень прикольные, мне нравятся. Мы будем комбинезончики себе оставлять. А потом вот такие платья. Я уже отфотографировала в Инстаграм. Пироженки. Они идут на клепочках. Тоже натуральные ткани. Такие пироженки и вот такие коронки. И пришли наконец-то дождевики. Смотрите, вот такие очень хорошие. Животики открытые, подходят и девочкам, и мальчикам с капюшончиками. Такой цвет, такой. Мне кажется, для мальчиков оранжевый тоже подойдет, не обязательно только для девочек. И вот такой малиновый. Сейчас все фотографирую. Тоже на подкладе. Классные. В общем, будут все цены в Инстаграме. Это такие последние новиночки. Ага, ага. Знаете, да, что я пришла? Утренние игрульки. Тиня! Шарлотта, на мячик! Так, надо постирать игрушки. Тиня, иди мячиком играться. Сразу все мячики сносит. Кто не заметил, у нас наконец-то нет этого страшного дивана. Теперь столько места играться с девчонками. Шарлотте? Это неинтересно. Да, надо постирать игрушки. Что у нас игрушек мало? Тиня обожает этого Деда Мороза. Кстати, есть игрушки, которыми вообще не играются, смотрите. Даже боятся их, по-моему. Тиня. Видите? Хотя я так хотела эту звездочку купить. Вообще не играются. Видите, отворачивается. Шарлотта, чей любимый зайка? Чей любимый зайка? Ух ты! Шарлотта, что ты не даешь Тине играться? Тиня, на мяч.
общем, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!